выходишь с автовокзала, приезжают иностранцы. Вот такое. А вы кто? Вы кто? Вы кто? На каком основании? Вы кто? Вы кто? Никто. Ну, вы сначала возьмите разрешение для съемки. Так. И потом только снимать. У кого? У кого все? А почему вы прогоняете? Вы хотите пригласить показать наши этажи, кухню, где ничего нет? Почему вы не смотрите, как вы живете? А почему вы не даете? Почему вы боитесь? А чего вы решили? Вы же пришли на работу. Извините меня. Вы кто? Представьтесь, пожалуйста. За 9 лет в городе что мы добились? В кухню сходите. Поснимайте, еще кухню. Пожалуйста, можно? Кухня первого этажа. Прошу. Это самое лучшее. Пойдите, пройдите, пройдите. Снимайте, первый этаж. Смотрите. И на кухню, пожалуйста, пройдите. На кухне там тоже. Вот стены какие. И краны не работают. Какие раковины у нас красивые, смотрите. Краны не работают. Кранов нету. Даже не только на воды даже, не вообще ничего нет. На кухне воды нет. Вот это не работает. Своим сыном человек купил, сделал кружочек этот. И почти не работает. Кухня тоже не работает, не работает. Раз, вот плиты тоже не работают. Два, они не работают. Только живу здесь такие стены, вот какие здесь вот. Здесь я надеюсь, тоже. И пенсионер, инвалид третьей группы. Что я могу? Я электрик. Восстановил своими силами, купил нагревательную панель, восстановил плиту, кое-как. У меня 360 рублей зарплата, то есть пенсия. Я не могу каждый день, каждый месяц вылаживать, чтобы себя обеспечить такими деньгами. А вот, кстати, это? А вот это? Ну, так и есть, запрещено облома готовить. А это вообще унитаз не работает. Не работает. Это одна тая. Вот только одна плита работает, которую я сделал. Соответственно, я электромонтер. У меня есть группа допуска по ремонту. Я своими силами восстановил эту плиту. Вот, и там тоже дальше первая та самая. Вот линолеум. Вот, дети спотыкаются, здесь бегают постоянно. Дивирование закрывается тоже, она бота должна закрываться, она бота не закрывается. Она видите, она закрывается, все. Стены, проводка и, соответственно, вот этот коллапс остается здесь не кем не нужный. И, соответственно, жилье это неблагоприятное. И я не знаю, как с этим мириться. 125 рублей за одного человека. У меня две брони, дети не находятся здесь. И, соответственно, я плачу, не знаю кому и за что. Я прописана и двое несовершеннолетних детей. 61 рубль 16 копеек, только за одно пользование. Всего квитанция у меня составила 142 рубля 74 копейки. Вся квитанция 142 рубля 74 копейки. Прописана я и двое несовершеннолетних детей. Вот объявление.
за пользование выставили с 1 марта, а собрание по этому поводу проводят 18 апреля. 18 апреля 2018 года в 18:30 на первом этаже состоится встреча с представителями управления жилищно-коммунальных комитетов по вопросу оплаты за пользование жилыми помещениями в общежитии. Оплата уже взимается с 1 марта. Тут хоть плитка на первом этаже лежит на кухне, у нас ничего нету. На коридорах кусочками линолеум зацепилась, до сих пор гематома на колени. Валентина, давайте проведем пока. Пойдемте с нами на восьмой этаж, посмотрим, что там творится. Это общежитие Кедровое, 13, Кубышево, Ленинского района. Город Могилев. Город Могилев. Пожалуйста, пройдите, посмотрите наши... С нас собираются высчитывать лишние деньги, которые неизвестно куда. Не собираются, уже выставили за пользование общежитием. Общежитие на второй категории, с общими кухнями, где мы должны приготавливать себе. Нет, там еда не работает. Вот посмотрите на пол. Вот тут мы с детьми живем. Вот в каком состоянии у нас. Вот свет, который у нас. Видите, в каком состоянии? Тут зацепиться? Так я уже зацепилась. Вот тут мы должны приготавливать себе пищу. Вот 3-4 плиты. Ни одна плита не работает. Все, ни одно ничего не работает. И вообще эти плиты морально устарели. Эту плиту я за свой счет отремонтировала. Поменяла вот это. Все переключатели. Вот эта дверь стояла вон там за плитою. Я все отремонтировала за свой счет. Заведующая пришла, говорит, о, одна плита в рабочем состоянии. Достаточно. Я говорю, скажите, пожалуйста, за чей счет она отремонтирована? Почему я должна ремонтировать за свой счет и еще лишние деньги выплачивать? Кто это придумал? Наша заведующая Светлана Валерьевна, вот все в курсе, и вот так смотрит за эксплуатацией, как оно в каком техническом состоянии находится. Вот она все в курсе. Вот у нас, нам сказали, что вот этой воды нет, это мы все должны за свой счет ремонтировать. Этот кран мы за свой счет этот поставили. Один, да. Вот у нас с 9 этажа течет, никому нет дела, или есть дело, но не хотят денег, как нам сказали, нет средств. Вот этот щиток, который должен нормально относиться, вот, видите, что делается? Тут даже другой раз выбьет свет и боишься сюда подойти. Вот, надо вставить вот это, чтобы держалась дверь, чтобы никого не убило. Или когда заходишь на кухню, чтобы лоб не разбить себе вот этой вот. Вот выход, ни ручки, ничего нет, вот. Все обшарпано. Посмотрите, ни рамы нет на окне, ничего. Места общего пользования. Вот разбитые окна. Забиты. Не открывайся, ты вверх идешь. Я боюсь, оно высыпется, потом буду ставить окно. Тут тоже, как на всех этажах, одна рама, второй нет. Окна разбитые, дыры, это мы за отопление вот так платим. Тут разбита стена, это вообще кошмар. 2009 года не было ремонта. На девятом, смотрите, как крыши там чешут. Пойдем. Ну то, что у нас нет линолеума, это на двухэтажном. Потолок. Это с крыши у нас, это 9 этаж. Тут у нас вообще сюда потолок. У нас 9 этаж. Вот. Тут не просто облупленные, тут дыры, тут вода льется. Если дождь, тут можно плавать. Свет у нас вообще такой роскошь. Ну вот, как видите, она не работает и не работала. Человек с собственной пенсии, вот этого человек все обделывал. Никто ничем не помог. Дверь помогал. Не заряпливал. Вот, видите, все ценят. Это я сам красил, лишний красил. Тут вон тоже тут вода. Я инвалид, мне делать нечего такого. Я почти себе тут все за свой счет. Так вот, дырки какие-то, вот все, картинка я клеил, скотчем так вот. Потому что мне здесь жить, понимаете, мне никто не за меня не сделает. Вот это я сам все растил, так вот, сам все покупал, так вот, растение, так вот. Потому что мне здесь жить, понимаете, так вот. Начальство обращается, они меня наоборот провоцируют, а потом еще милицию сдают. Вот это окно, все было разбито, это своими силами все застеклено было, так вот. Все дверки этим скотчем, так вот, все, вот, все, цветочки, все, все сам своими силами, что покупал, что сам, так вот.
нас на кухне так троху так уютнее. Там. Все своими силами, понимаете? Один краник вот работает, все эти вот они... Чтобы так не пустовало, это я вот цветочки такой. Вот за свой счет куплена плитка, мы ее пользуемся так вот. Я обращал властям, они говорят, все за свой счет. Вот. Эти плиты не работают. Вот этих включателей тоже не работает вообще. Даже если я поставил плитку, они не регулируются. Там краснота не быстро перегорает. Так вот, ну. Вот один кран только работает, вот водичку надо. Так вот. Вот цветы полить такой. Сегодня пришли представители власти и заявили нам, что они за наш счет должны отремонтировать нам. Да, что мы будем платить что за пользование, не... чтобы потом ремонтировать. Да, что это не выпили. Аренда, да. А это плата за пользование за жилье. Почему мы должны всем, а нам никто не хочет ничего помочь? Никто. А мы должны всем. Государство, вот мы всем должны, детскому саду должны, общежитию должны, всем должны. Бабки пополнят, тоже. Ну, всем должны, а нам, как только что-нибудь спросим, нам никто ничего не должен. Жировки у меня 160 рублей, на старые 1 600 000. Нет, ниже. Тут то же самое. И тут одинаково. На 4 человека у меня получается 166,01. Это 1 660 000. 6 человек у меня прописано. А сколько на 6 человек? Сколько жилье детей? 3. Сколько вы выживаете? Сколько живут? 4. Наше общежитие уже 7 лет как находится подвал весь в воде. Поэтому оно все потрескало. Его замазали, оседает фундамент, все трескается. И так это постоянно. Летом окно не откроешь, все время комары. Детей много, но мы ставим все сетки, потому что окна открывать вообще нельзя. Видно, что вода стояла, они в пятницу выкачали воду. Они недавно вон уголок заварили, и все из-за этого. Да? За то, что общежитие 7 лет вообще стоит. Никто ничего не делает. Поэтому показать нечего.